Всем огромный привет! Мы сегодня не у себя дома. Решили сделать вылазку к нашим друзьям. И сажают деревья просто так, как бы общаются на общую тематику. И немного покажу из жизни подобных нам. Не только мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. Эти ребята живут недалеко от нас. Здесь как бы небольшое село. Я бы не сказал, что это прям эко-поселение, как по мне. Просто люди не купили дом, вторые, третьи. Не все прям рядом, но как бы через дом, по разным улицам, и занимаются в основном выращиванием там деревьев и растений всяких, не столько животными, как мы, но при этом делают это вот с точки зрения такой правильной, как бы я сказал, заботясь о природе, поддерживая то, что существует, берут вот холмы, которые здесь, которые вы увидите или уже видели, засаживают деревьями, пытаются, чтобы оно было все вот красиво, чтобы здесь хотелось жить. И это привлекает других людей к ним, не только тех, кто этим занимается, но также людей из города, которые хотят что-то такое видеть красивое, поучаствовать в этом. Здесь сегодня много людей, есть и городские, и те, которые приехали просто в гости, познакомиться, пообщаться с одинаковыми людьми по духу. Классное времяпровождение. Я думаю, что мы вскоре, возможно, подобное что-то будем у себя делать. Активный отдых, где люди могут приехать, посмотреть, может немного помочь. И потом взять и с этим что-то делать. Либо, не знаю, либо просто это как времяпровождение классное, либо это их на какие-то действия побудит в будущем. И не обязательно брать все, бросать и ехать делать тоже, нет. Можно там, где ты находишься, заниматься лучшим, быть лучшей версией себя каждый день. Я-то как бы живу не в городе, но ходить так обычно много не хожу. Но все близко. А здесь прям яры целые. Большую часть времени. Большую часть времени? Да. Время от времени все-таки в Киев наведываемся. Ну, Сережа, с тех пор, как у нас этим летом появился хороший интернет, Сережа чаще здесь может работать отсюда. Моя работа основная здесь. Планируете зимовать здесь? Нет. Ну, у нас вода на улице, поэтому это немножко сложно зимой. Поэтому зимой мы все-таки будем наведываться чаще, чем раньше. Вот. Полноценно это сложно. Как вы будете охранять здесь, чтобы не полили? Весной следим, как только видим огонь, бежим с лопатой. А вы планируете весь этот холм засадить или? Весь засадить, потому что здесь поле поливается химией, нужно от этого защититься как-то и от ветра, и от химии. Поэтому здесь вот уже сверху лиственные деревья, здесь будут вот эти сосны, ниже пойдут орехи разных видов. Вот, чтобы здесь была такая лесополоса, которая будет защищать уже наши плодовые деревья ниже. Классно. По две елочки? Не гуляла. Да, по две, потому что не факт, что бегут живут. Каждый что лишнее можно будет убрать. Это уже ваша земля или еще нет? В аренде на 25 лет. Пермакультурный центр, вот это вот эти холмы вниз, вот туда вот поле, где вот гречка была, этот квадрат, да, видишь, да, вот. Да. Туда вот по Настину участок, и вот это вдоль этого леса, и вот сюда вот на вот это. Вот, и вот это все 4 вдоль метра? Леса, да. Впервые, то есть я вообще впервые тоже вижу, как она получается. Мне хватает на 2-3 месяца. Итак, пожалуй, проходят подобные встречи. Я на подобных был только в формате лекций или семинаров, там где тематические на какую-то зеленую тему, эко-тему и так далее. Здесь же люди просто по интересам собрались вместе, сажали деревья. И изюминка еще была в том, что я был вместе со своей женой. Может, у нее еще есть что-то сказать по этому поводу. Меня удивило то, что если что люди еще не купили землю, но они уже на ней садят
деревья. Ну как, они не, еще ну, они, не оформили они, ее они, до конца, да, но в аренду, уже в аренду, да, они всего лишь берут, но деревья садят, а деревья это не один год, не два. Они планируют в этом месте делать какой-то центр обучающий, не только, знаете, сад, чтобы там что-то выращивать, то есть опыт и теория, и это и потом использовать дальше в целях развития, в целях, чтобы другие могли видеть примеры и продолжать подобное дело. На этом все, спасибо за внимание, пока. You'll be back again.